Космические краски лета. Так называется творческий конкурс. Его объявил Владимирский планетарий. Приурочен конкурс к 1 июня, Дню защиты детей. Чтобы юные владимирцы проявили свои таланты, им предлагают сделать поделку или рисунок на космическую тему. Использовать можно любые материалы и техники. Главное – проявить фантазию и самостоятельность. Провести конкурс планируют удаленно. Присылать фото работ нужно на электронную почту планетария. Адрес вы видите на экране. Прислать фотографию детей, как они рисуют или мастерят свою поделку, а также фотографию самой работы. Не забудьте придумать вашей работе название. При оценивании работ жюри будет учитывать оригинальность, творческий подход, вашу фантазию, а также соответствие космической теме. Победители получат памятные призы и подарки.